Ближе к полудню народу становилось все больше. Подходили к столу для регистрации семьями. Мамы, папы и дети. Намечается что-то очень интересное, решили жильцы, наблюдавшие за происходящим из окон. И самые нетерпеливые вышли во двор. Любопытство было утолено. На улице пройдет необычный праздник. Бегать будем по грязи. Будут разыграны призы. Главный приз – автомойка, то, в чем мы нуждаемся. Затеяли все это блогеры сайта astv.ru. Решили весеннюю распутицу превратить в забавные приключения. Откликнулись многие. Приехали даже из Корсакова. Тут самое главное – желание и подходящая экипировка. А еще доказать другим, что не только танки не боятся грязи, но и люди. Взрослым выпал шанс вспомнить беспечное детство, а детям безнаказанно вывалиться в грязи. Команда красных против команды черных. Мужчины задают тон веселым стартом. Первыми кидаются в грязь. Главный судья – лабрадор. Он строго следит за ходом соревнований. Эмоций много. Давно так не веселились, в грязи не ползали. С удовольствием сделали это. Адреналин по самую шею, по самые уши. Во втором конкурсе, который предложили жители Дальнего, наконец-то участвует младший состав команд. Забег в дальнинских бахилах получился чистым. Дети пробежали дистанцию довольно шустро и без падений. Тем самым отвоевали право на участие в последующих конкурсах. В финале массовый забег. Уйти от грязи не удалось никому. Под восторженные крики болельщиков чумазые, но счастливые бегуны завершили веселые старты. Победители получили свои призы. Все было хорошо, мне понравилось. Много грязи. Очень хорошо, мне даже понравилось. А что больше всего понравилось? Бег по грязи. Больше всего понравилось, когда мы всей командой бежали по грязи. Мне тоже это понравилось, мы все такие грязные. Мне понравилось все. Поступило предложение ежегодно устраивать подобные старты. Пройдет ли он в черте города или за его пределами, пока вопрос.